Всем привет, меня зовут Юлия, добро пожаловать на мой канал. Торговая марка Mi снова мне прислала новиночки. Здесь у нас 9 цветничков новой серии Princess. И, конечно же, про шоколадку не забыли. Сейчас делаем выкраску и потом перекрасим мои ноготочки. Первый номер нереально розовый, уходящий в сиреневый цвет. Ложится мягко, послушно, как в принципе и все. Пятый номер не смогу вам объяснить, сами смотрите. Но не могу я, вот хоть убейте, не могу я такие цвета озвучивать. Шестой номер настоящий розовый, нежнее нежного просто не бывает. Седьмой тоже розовенький, но он отличается по оттенку с предыдущим. Девятый настоящий нежно-персиковый цвет, просто обалденный. Пятнадцатый очень похож на шестой, но все равно тоже отличается. Семнадцатый очень вкусный молочный шоколад. Тридцать четвертый немножко похож на пятый, который я описать не смогла, но тоже все равно отличаются оттеночки. А 35-й похож на нюдовый, но его можно использовать как самостоятельное покрытие. Тоже будет очень красиво. Эта серия новая. В ней пока 35 цветов. Бешеная плотность у светлых оттенков и у темных, кстати, тоже. Но благодаря современным стоматологическим фотоинициаторам просто гель-лаки просыхают идеально в любых лампах. И не кукожатся. В состав входят современные пластификаторы, обеспечивающие легкость нанесения. А что самое главное, в них нет метилметаакрилата, который может вызвать аллергию, поэтому эти гель-лаки можно назвать гипоаллергенными. Гель-лаки сделаны из германского сырья и не имеют никакого запаха. Ну, поехали перекрашивать мои ноготочки. Под фон у нас будет шестой гель-лак и вот такой цветочек из прошлого видео. Сильно уж он мне понравился и всем понравился, поэтому на ноготочках будет он у меня сегодня. Я уже все подготовила для покрытия гель-лака. Красим два пальчика вот этим цветом шестым. Очень красивый, нереально красивый, нежно-розовый. Остальные пальчики у нас будут в сиреневом цвете, который первый я вам показывала на выкраске. Тоже просто балдею от него. Черной гель-краской рисуем очертания цветочка, его ножку. На втором пальчике у нас будет цветочек в зеркальном отражении. А если где-то накосячили, как я, например, можно сухой кисточкой все это вытереть и снова нарисовать. На 30 секунд в лампу. Смешаем цвет с топом для полупрозрачности. Топ взяла от Mi тоже, устойчивый к царапинам. Перемешиваем до такой степени, чтобы прямо еле-еле видно его было, бледненький. И мазками закрашиваем все лепестки. Пока сохнет, подмешиваем еще розовенького, чтобы поярче было. Теперь мазками закрашиваем до середины цветочек. Ну и чистым неразбавленным цветом добавим около основания лепестков вот такие вот полосочки. И тоже в лампу. Теперь весь рисунок покрываю матовым топом. У меня пока нет от Mi матового, поэтому я взяла свой. Отправляем его в лампу и потом ставим капельки топом. Получается очень нежно и красиво. Ну и осталось нам остальные пальчики покрыть вот таким вот цветом. Такой классный, такой милый, я не знаю, нежный, красивый просто. Ну то, что между фиолетовыми и розовыми цветами и все его оттенки я обожаю, поэтому у меня такая реакция на этот цвет. Покрываем его в два слоя. Хотела еще фольгу голографическую добавить, чтобы у меня блестело, но забыла, представляете, вылетела из головы и покрыла просто топом и все. Ну ничего страшного, на второй руке отыграюсь. У этого топа настолько консистенция приятная.
Он никуда не затекает, сам разравнивается. Просто, не знаю, мечта. Мечта идеальных бликов. Вот как раз мы его и протестируем на носкость. Вот у нас первая рука готова. Пойдемте вторую делать. На правой руке большой пальчик тоже с таким же дизайном будет. А здесь, как и хотела, добавлю голографическую фольгу. На липкий слой мииса она не клеится вообще. Поэтому взяла клей для фольги и очень-очень-очень тоненьким слоем намазала, чтобы просто была липкость. Отпечатываем облезлыми кусочками, как нам нравится, как нам хочется. И, кстати, клей я не мазала сильно близко к краям и к торцам, чтобы топом все с легкостью запечаталось. Ну, а теперь покрываем топом, и у нас дизайн готов. Сегодня с ноготками шла на работу, но на солнышке просто нереально. Это голографический цвет, ну, просто бросается в глаза сразу же. Без фольги было бы скучно, думаю, потому что на большом пальчике не всегда видно этот цветочек. Ну и левая рука мне нравится тоже. Прям не могу налюбоваться никак. Конечно, они с этой серии бомбанули. Лаки вообще идеальные, просто суперские. Если кто-то еще сомневается, берите, не думайте. Классные лаки, рекомендую, 100%. Миис, я люблю вас. Всем огромное спасибо за поддержку, комментарии и лайки. Я вас всех обожаю и люблю. Ну а на сегодня у меня все. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!